Надія Мейхер уперше вирушає у сольні гастролі Україною. Співачка нині активно готується до туру, тож весь свій час проводить на репетиціях авторського музичного спектаклю «Історія одного кохання». Цю виставу побачить у 6 містах України. Надія співатиме, читатиме свої вірші і навіть танцюватиме аргентинське танго. І ось зараз маємо для вас неймовірний сюрприз. Надія Мейхер сьогодні в нашій студії. Доброго ранку, Надя. Да, доброе утро. Дякую, що прокинулася рано вранці. Да, это не просто. Хотя с моей младшей девочкой Марией, конечно, просыпаемся рано утром. Но вы сейчас и кроме домашних забот готовитесь к первому сольному туру. Насколько это волнительно для вас? Я знаю, вы давно об этом думали, говорили, что вот хорошо бы. И вот, да, наконец, да. Это время пришло. Да, наконец-то я сумела материализовать этот проект и, мало того, еще и гастролировать вместе с ним. Безусловно, это волнительно, хотя бы потому, что это авторский проект. И хотелось бы вот все эти мысли, все эти действия, которые сейчас происходят, в полной мере воплотить во время гастролей. А что вы имеете в виду авторский проект? То есть вы будете, я так понимаю, вы будете делиться со зрителями не только песнями, но и мыслями? Ну, авторский в том, что, собственно, я являюсь идейным продюсером, что ли, этого проекта. То есть я его придумала, я его разработала от начала и до конца, всю драматургию. Вот. И, в общем-то, я его воплотила полностью сейчас в реальность. Вот в этом и состоит авторский проект. Надя, я знаю, что ведь многие люди вас воспринимают как одну из самых ярких звезд того самого лучшего состава «Виагры». Вот не боязно вам сейчас выходить совершенно одной, еще и с таким авторским подходом? Ну, я уже давно одна. Вот. И, в общем-то, давно я для себя приняла решение, что я хочу найти именно то направление, то амплуа, в котором мне будет абсолютно комфортно, и я буду смотреться органично. И вот как раз в этом музыкальном спектакле я себя чувствую абсолютно органично, но поскольку ты сам его создаешь, ты сам знаешь, каким он должен быть и кто там должен участвовать, потому что там не только я, там танцоры, аргентинские мужчины, виртуоз, оркестр «Киев Танго Проджект» наш украинский. И вот все вместе мы отправляемся на гастроли. И как ваша семья отнеслась к такой идее? Я знаю, что, по-моему, завтра у вашей младшей дочки сегодня будет... Сегодня! Сегодня я вас поздравляю. Марике один год один исполняется. Год. Да. Как вы оставите ребенка? Ну, как я оставлю? Оставлю на маму, на няню, безусловно. Папа у нас присутствует, поэтому дети не одни будут, уж точно. А, Надя, я знаю, что вы давно сотрудничаете с нашим телеканалом. Вы давний друг телеканала «Интер». Угу. На этой неделе канал отмечает 20-летие. Что вы можете вспомнить? Как на вашу жизнь повлиял наш канал? Канал «Интер»? Да. Ну, уж не знаю, как на мою жизнь повлиял канал «Интер», но точно знаю, что производство первого мюзикла на хуторе близ Диканьки был, вот, собственно, под руководством канала «Интер». И это был мой первый мюзикл в нашей деятельности, в деятельности коллектива «Виагра». Тогда мы еще с Аленой были. И, конечно же, это были очень яркие воспоминания. А давайте посмотрим фрагмент. У нас есть мюзикл в архивах. Утопился! Кто утопился? Вас отпустили уже. Я говорю, не утопился, а повесился. Ну, кто повесился? Вагула Кузнец! Акулы больше нет. Как жить? Оксан! Ты же забыла свою эту... Не подкует никого.
Вы себя здесь проявили так же, как актриса. Я знаю, что ваше сотрудничество с нашим каналом не завершается, не прекращается. Конечно, и сейчас вы продолжаете участвовать в наших благотворительных акциях. Да. И я знаю, что в новом благотворительном аукционе вы представляете свой новый лот. Расскажите о нем. Да, я представляю свой очередной лот, и он для меня уже теперь, скажем так, особенный, потому что здесь вложена моя душа, частичка моей души. Что это? Поскольку это юбка из моего личного бренда Мейхер бай Мейхер, которую сегодня вот я представляю. Вот, и очень надеюсь, что этот лот, как и предыдущие, в общем-то, помогут детям, помогут тем, кто нуждается в деньгах на сегодняшний день. Вот. Это юбка, с которой у меня, в общем-то, все началось. И по сей день продолжается, потому что уже открыт магазин на сегодняшний день. Вот, и, скажем так, стараемся процветать. Спасибо вам за этот лот. Все лоты будут размещены на сайте «Дети интервьюи». Заходите, выбирайте персональный лот от Нади Мейхер. Надя, спасибо вам огромное, что вы пришли к нам в гости. Успешных вам гастролей, первым спасибо сольным большое. Туром. Спасибо, а я нагадаю, что в ранковому эфире мы сегодня спілкувалися с Надією Мейхер, яка готується до свого першого туру Україною, сольного туру.